Если мне еще раз зададут вопрос, почему я не умею готовить, кулак, видели, блядь, я недавно приготовила себе омлет черный. Но мне же его есть-то. От меня не зависит ничья жизнь. У меня нет детей и мужа. Я не работаю поваром. Три причины. Так что вы, до меня доебывай. Вот это то же самое, если задавать мне вопрос, куда ты будешь поступать. Я через 2 часа не знаю, где я буду, потому что я того. А вы мне говорите, что где я буду, где я да, никто не знает. И каждый раз я слышу один и тот же ответ. Так пора определяться уже. Вот это новость.